Девочки, посмотрите, какие красивые аппетитные тарталетки мы с вами сейчас будем готовить. Слоеное тесто нужно раскатать, вырезать такие вот кружочки. Далее берем форму, смазываем маслом и кладем их в форме корзинки. Также можно их просто выпечь на пергаментной бумаге. Далее берем абрикосы, нарезаем их на дольки. Греем сливочное масло, кладем туда сахар. Как только появятся пузырьки, мы можем добавлять туда наши абрикосы. Можно взять персики, нектарины и так далее. Также нужно нарезать клубничку. Для крема мы используем сливки, сгущенку и сыр маскарпоне. Все взбиваем, наш крем готов. Приступаем к сборке. Для начала выкладываем крем, далее абрикосы, далее кладем клубничку и посыпаем это все сахарной пудрой. Такой десерт украсит любой стол и понравится каждому. А я желаю вам вкусных чаепитий и приятного аппетита!